Так, с вами Даркана, это игра DC Легенды. Так, уже третий день подряд нельзя получить подарки за вход. Все уже сбой в игре якийсь. Но 2000 щось разработчики дали кристаллов. Это уже неплохо, но не знаю, коли починять эту систему входа в игру. Так, также я улучшил до максимума Бейна. Ну, як максимум. Осталось еще 2 звездочки получить. Щоб був 10-го зв'язочного ранга. Не знаю, може 8 тисяч його мощ буде. Також я улучив. Неплохо, так. Зуману треба ще його уровень усилять. Так, усилим його. Неплохо, він у мене вже сильніє. Так, самий сильний у мене поки що Бейн. Но Зум... Точніше, ну да, обратний флеш профессор Зум. Буде вже следующий. Самый сильный персонаж. На один уровень улучшил и уже... Бейн самый живучий. Зум тоже немножко живучий, точнее обратный флеш. И явно будет сильнее, чем... Чем Бейн. Если, например, он уже был бы третьего легендарного ранга, то уже было бы... Намного был бы сильнее и мощнее. Так, ладно. Що ж у мене ще тут в ігрі появилося, крім збоїв? І збой не тільки в мене. Так, а ну-ка. Новий костюм, такий скінчик купив. Самая могучая дівчинка на землі. Дівчинка землі, точніше. Хоча б я назвав сама могучая дівчинка на землі. На землі. Хрен його знає, як його. Там по-русски його правильно. Так, ладно. Отакий скін, ну більш вроді нічого нового нема в мене. Кроме того, що я потратив много чого на Бейна. Бейн мій любимий персонаж і все. Так, герої. Также можна за 4 штуки, якщо у вас є. Якщо будуть. Хто його знає, Бетмен Возмездие облик. Ну, Девстрок Возрождение у мене вже є. Такий скін, так що він мені нахрен поки що не нужен. Хоча можна купити, щоб Deathstroke отримати. Але мене не на то, не вистачає. Так, а ну задання, може і задання? О, той, а ні. Як заполучити безплатно доповнительні кристали? Грати в другі ігри. Ну мені, якщо чесно, влом грати в другі ігри. З цього списку. Якщо б тут було б зіграти в Mortal Kombat Mobile, так, а, тому що вони ж... Це ж теж ігра Warner Brothers. І отримати тут кристали. І, наприклад, тут поіграти і отримати душу МК, це було б хорошо. Ну це вже для нових гравців буде. Так, ладно, а ну-ка. Сканер пустоти. Посмотрим, тобто. Може вийде і мені попадеться хоча б 500 кристалів. І може надо... я буду збирати їх. В этом месяце щось мені персонажи не очень то нравляться. Лютий огонь це неплохий персонаж, но я не їх фанат. Так, испытання героїв. Зіграємо. Бой. Заміним їх нельзя использовать, поэтому буду использовать їх. Блін, жаль, що зума нельзя. Точнее, обратно флеш профессор зум. Обертон хренов. Интересно, Обертон появится в финальном сезоне Флэша. Флэша уже хочет закрыть на 9-м сезоне, но это понятно. Стрела продержался 8 сезонов и дал старт вселенной Стрелы. Не, вселенная Стрела, Стрела. Потом сериал Флэш, Супергерл сначала было на другой земле. Потом там Флэш переместился между измерениями. И появился вселенной Супергерл. И Супергерл стала третьим супергеройским сериалом. Или четвертым Константин. Сериал Константин тоже вроде входа в сериал и стрел. Но больше одного сезона не продержался. Бэтвумен закрыли вроде. На третьем сезоне. Но неплохо продержалось. Хотя сделать другую... Сделать новую Бэтвумен чернокожей была неплохой идея. Но чернокожий Джокер... Видимо, уже сыграл свою роль. Хотя Джокер уже существует в вселенной Стрелы. А Бэтмен существует, но Дэйн пропал, непонятно.
Супермен и Лойс, походу, вообще в другий. Вроде сначала вроде был вселенной Стрелы, а теперь, кажется, вообще другая вселенная. Хотя уже будет кроссовер Флэша и Супермена. Хотя уже был один кроссовер, где Супермен появлялся. Но то было как бы кроссовер Стрелы и Флэша, и Супергерл сериалов. Хотя Супергерл тоже уже закрытый. Какие еще сериалы закрыты? А, Легенды завтрашнего дня на 7-м сезоне закрылись. Микки Рори, який грав актер. Актер, який грав Микки Рори, уже вышел с 6-го сезона. Но я не удивлен. Потому что играть Микки Рори 6 сезонов подряд уже ему, наверное, надоело. Так, а ну-ка. Ладно, хватит про вселенную Стрелы. Так, еще раз посмотрим. Ладно, на этом все.